Ну, я так понимаю, не чекал, уже ничего нету, да? Правильно? Да, мы спросили, где здесь есть, но здесь она не стоит. Как бы. Я так понимаю, она должна здесь стоять. Она пошла за хозяином. Попросили даже. Ни документов, ничего нет, ничего да? Ничего здесь нет. Уголок. Нет, уголка покупателя ничего. А там что, не смотрели? Давайте уродим посмотрим. Мы тут уже были. Там был астроном. Ага. Астроном, вам скажете продавать? Вот он. Здравствуйте. А продавца нам можно? Патрульная полиция, поговорить хотим с вами. А где ваши документы вообще? Сейчас хозяин будет. Так, а это должно быть у вас здесь на месте? Нет, хозяина здесь. Не может быть. Вы продавец, вы несете ответственность за то, что вы продукцию вы продаете. Я не говорю о том, что должны быть лицензии, сертификаты. У вас должно быть свидетельство о госрегистрации предприятия. Ну так где? Сейчас хозяин. Так оно должно находиться у вас в торговой точке. Не оно у хозяина. Оно находится в торговой точке. Ну? В магазине оно находится. В каком? Где это? В этом. Ну, так, примерно так это... сейчас не хозяин. Хорошо. А можно вопрос? Это вы считаете магазин? Вот вы знаете, что запрещается водку наливать, и особенно пиво? У вас тара стоит, вы как магазин имеете право разливать. Если вы знаете, есть бочка, называется пивной магазин, они разливают в тару, только в тару. Разлитие в вот такую вот тару только разрешается для кафе. Вы знаете это? Если у них есть необходимое... А вы налили только что пиво и водку? Это да. Везде так наливается. Где? Везде. Следующий магазин. Вы несете ответственность за другие магазины, кто-то наливает? Ну тогда о чем вы говорите? А, еще рядом наливают, да, точно так же? Наливают, да? Прекрасно. Видите, да, оказывается, еще и рядом наливают.